том самом 1934 году, когда Элла Фицджеральд дебютировал в Нью-Йорке, в далеком Харбине, Олег Лундстрем создал свой биг-бенд. Произошло это следующим образом, как мне только что рассказал сам Олег Леонидович. Он купил случайно пластинку Дюка Эллингтона, которая называлась «Dear Old Southland» – «Дорогой старый юг». И поставил ее дома на проигрыватель, и музыка эта привела его в такой восторг, что он решил играть такую же музыку. Впоследствии они встретились с Дюком Эллингтоном, и Лундстрем рассказал ему эту историю, которая очень понравилась американскому уже классику теперь джаза. В 1947 году оркестр Олега Лундстрема в полном составе, все 19 человек, переезжают на родину и обосновываются в Казани. С тех пор начинается новая страница истории этого джаз-оркестра. Кстати, из того первого состава до сих пор один человек, Алексей Котяков, продолжает выступать вместе с Олегом Лундстремом. Прошли различные периоды увлечения музыкальной модой, но Олег Лундстрем верен той любви к джазу, которая зародилась в нем еще в 30-е годы. Андрей Яковлевич Эшпай сыграл тему боссановы, написанную им специально для оркестра Олега Лундстрема. Thank you.